канун главного женского праздника в несколько раз выросли продажи фенов и сковородок. А чем наших прекрасных женщин планируют удивлять саровчане, мы узнаем в новом выпуске программы «Хочу сказать». Маме приготовил, вот сейчас иду за подарком за весами, а бабушке пока что не придумал. Вы знаете, сложно сказать, потому что, скорее всего, за меня угадают лучше. Это будет неожиданно, по крайней мере. А если о чем-то мечтаешь, то, скажем так, просто ожидания сбываются. Правильно я понимаю, лучший подарок – это сюрприз? Да. Можно подарить цветы и всякие там подарки. Мужчина женщине может еще кольцо подарить, там всякие украшения. Надо узнавать, что ей больше по душе, и сделать так, как она хочет. Грубо говоря, выполнить ее желание. Замечательно. Не хотите поздравить наших прекрасных женщин? Милые дамы, поздравляю вас с наступающим праздником. Всего вам самого наилучшего и будьте такими же красивыми. Цветы, конфеты, мягкая игрушка. Расческа. Вот расческа, например. Да, в принципе, можно еще много. А что вы приготовили? Это секрет. Краски. Какие краски? Пастельные, для рисования. Не хотите поздравить? Очень хотим. Передаю всем привет, все девушки. Вам счастья, здоровья, чтобы вас любили. Вы все очень красивые. Спасибо, что вы есть. Я предполагаю, что самый лучший подарок на 8 марта – это открытка и любовь. Какое интересное сочетание. А самый плохой? Я думаю, невнимание. Цветы в основном дарят. Цветы, духи и прочее. А вы о чем мечтаете? Я о чем мечтаю? Да я ни о чем не мечтаю. Что будет, то и будет. Это сюрприз. Может быть, какой-нибудь поход в театр, например. Мне кажется, был бы хороший подарок. Поход в театр очень интересный. Никому не дарите? Сейчас идея пришла. О каком подарке мечтаете и какой подарок хотите получить? Мечтаю поездку на море. Первый – это, конечно, цветы, да. А подарки, наверное, самые такой – это мужья, которые хорошо относятся к женщине и желают ей всего хорошего. Канал 16 поздравляет прекрасную половину человечества с 8 марта. Пусть этот день будет ярким, солнечным и незабываемым.